А вон там собака вроде какая. А, поэтому его привязали? Это эти альбины. Ой, красненькие. Белики с красненькими глазками. Ты про вот этих, это мы уже его эти яйца. Это свой проект. Не чихай. Лопата почё? Какая лопата? Давай. Металлическую положу. Ну какую? Золотую, серебряную. Это 5 по размеру. Да, пришли. А вы всегда тут стоите? Не, не все. Да, я еще работаю. Нет, вот завтра я примерно работаю. Телефон. Давайте. Нет. Все. Нормально повесить. Они по шагре не отвечают. Попробуй. А что там? Что там у тебя? Где? Лимоны. А эти? Понятно. Опять набрал? А у меня внутри этого самого, блядь, я их там понаставил. Они говорят, а вот это почем? Это дня проведения первого футбольного матча в России. 25-й? Я пройдусь, пойду туда тебя искать. Это не из подумал. Самый крайний футбол. Дальше за мной уже никого нет. Поверьте, пожалуйста. Блядь, в 6 утра встал, 8 уже здесь. У меня человек просто интересовался, как бы это никакие не поступки, это как есть и должно. У меня человек поинтересовался, почему я в день. Ну а что хуже них? Почему? Я говорю, такого не было. Такого 50 рублей. Жучка, ходи. Мимо это. Это как лох. Слышь, тогда стоишь. Жучка, пойди, а там а так посмотрел, да? А сам такой. Начинает. А мне Ваня не работает.
Нету. Надо брать, раз нет. Копить будешь, да? Да. Копить. И этот. Так, а тут еще у меня 70. Вот. Это 75-й перфорик. Первый пресс. Тех лет еще выпущен, нет, не заводил. Надо сворачивать, так хранить. А как ты так? Ну, мне звонить, что буду делать. Придет, наверное, будет, да? Ну, просто берешь пополам, аккуратно. Только это не переламывай, а просто аккуратно. У меня терпения не хватает. Вот это все. А просто это перчатка. Ну, да. Что такое рюкзак стоит? И хозяин у меня. Вы хозяин? Нет. Искать хозяина, что ли, продать. Положи на пайку. А сколько такие бабушки? А? Бутылки 1000 рублей любая. И вот этот из Великобритании следователь, тут, кстати, я давно уже пишет, у нас 82% кредитов, да. Поесть, когда не было приема. Не очень быстро.
Ну, и как ты видишь? Дошки пошли. Так, здесь это тысяча. Это полторы, это 200. Тут не рабочий, да? Проверить надо. Почем они? Если рабочая, одна цена, если не рабочая, другая цена. Сейчас проверим. Заводим, пошатали, пошли, 100 рублей. Да,
Леонид Мурат, Шерстяной Мурат. Я не вынесу Холодильник забит. Я же голову беру. Да у меня...